Азерот, нужна наша помощь! Помня, Долгвон в зал находится вон там! За мной! О! Стены зала повреждены! Долго они не выстоят! Пришло. Мы должны подготовиться. Прощайте, дети Азерота. Иллидан, мы сделали, что смогли. Каждый шаг, каждая жертва, все ради того, чтобы приблизить этот момент. Ты не вернешься с нами. Охотник — ничто без охоты. Разве не в этом моя судьба, пророк? Судьба — наше будущее. От нее никогда не зависело. Да хранит тебя свет, Иллидан ярости. Брат мой, легион пал, и ты тоже. Азерот стонет от боли. Азерот зовет тебя. Это дар, часть сущности нашего мира. Это сердце Азерот. Наполни амулет силой. И тогда, быть может, мы успеем спасти наш мир. Азерот, нужна наша помощь! Печать в этом зале защищает душу мира, но сюда проникает столько азерита, что она может не выдержать!
Собери Азерит в амулет и используй его силу, чтобы укрепить печать. У тебя получается! Давай, еще немного! О нет! Печать ломается! Держись, родная, держись! Молодчина! Теперь сердце в безопасности! Азерот стонет от боли! Помни о том! Держи амулет близко к сердцу! Он придаст тебе сил в самый темный час. Я продолжу поиски способа залечить раны Азерот. Если ты мне понадобишься, я обращусь к тебе через талисман. Я, конечно, ее вестник, но сражаться за ее жизнь предстоит тебе. Ладно, нам всем пора за работу. Телепортер доставит тебя к союзникам. Удачи всем нам! Азерот, нужна наша помощь. Говори скорее. Вождь желает дать тебе задание огромной важности и секретности. Мне понадобится помощь кого-то, кому я могу доверять. Сейчас Орде нужны сильные союзники.
Я хочу отнять у юного короля то, что ему не принадлежит. Альянс удерживает политическую узницу, которая способна изменить ход войны. Проникните в Штормград и освободите ее. Возьметесь за это дело? Мы не подведем, королева. Ну, разумеется. Я сама подобрала тебе команду. Доставьте тех, кто мне нужен. Приветствую. Здорово. Прекрасно, все в сборе. Что такое? У меня есть по зелью для каждого. Только не спешите их пить. Королева обо всем позаботилась. Транспорт уже ждет нас. Идем скорее. От нас до места. Ну, чего ждете? Залезайте. Слушайте внимательно. Как только мы проникнем в Штормград, наши пути разойдутся. Ты, Талисра и Рокхан, проберетесь в тюрьму и освободите узников. Наши разведчики нашли тайный вход, а мы с Таурьеном прикроем отступление. Я снабдил вас сильнодействующим ядом. Если не будет иного выхода, используйте его. Как спасете пленных, направляйтесь с ними к этому кораблю. Я вас найду. Удачи! Здесь седьмой легион. Не знаю, кого мы вытаскиваем, но люди явно не хотят рисковать. Я пойду вперед, найду заключенных. Прикройте меня. Мы отвлечем стражу. Будь осторожен. Ах,
Элли! Лучше иди туда, ты. Локтар! Старости, я уже и забыл, сколько дней провел в этой клетке. Впрочем, какая разница? После всего, что она сделала, я не могу вернуться в ее орду. Выбор между верностью и честью тяжелейший из всех. Надеюсь, ты его избежишь. Ты не идешь с нами? Мы оба знаем, что вы пришли не за мной. Идите дальше по коридору. Как скажешь, верховный воевода. Ступайте, Локтар. Идем сюда. Вот и они, принцесса, как я и говорил. Спасибо. Пророк говорит, вы друзья? Ха-ха, нет, нет уж, я тебя знаю. Ты тот самый змей, который... Мы пришли за вами по приказу вождя Орды. Я Талисра, а это Ракхан. Отложим любезности на потом. Поднимай барьер! Это какое-то плохое вуду. Талисра! Нейтрализация! Моя магия бесполезна! А, тогда за мной! Бежим отсюда! Куда теперь? Сюда! Нет, не сюда. В другой коридор. Надеюсь, ты прав, Зул. Oh!
Что за этой решеткой? В городе поднимается тревога. Пора выбираться. Я сделаю так, что нас не заметят. Только давайте без глупостей. Жду твоей команды. За черное камень. Держитесь ближе. Мы все теперь друзья. Слушайте, жители Штормграда! Шпионы Орды атаковали тюрьму. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь по домам до устранения угрозы. Таков приказ короля. Стойте. Идем дальше. Уходим с дороги. Быстро. Перейдем на другой берег по мосту, если пророк не возражает. Если ему что-то будет угрожать, он нам сообщит. Прыгайте в канал! Быстро! А? Прыгайте! Будьте настороже. Шеру сообщает, что враги где-то неподалеку от крепости. Вряд ли они ушли далеко. Я рассчитываю на вашу бдительность. Ты не мог предупредить нас заранее? Вы же и так прыгнули быстро. До пристани побежим без передышки. Скажи, когда начинать. Что у тебя, босс? Будь настороже. Поспешим. Не отставайте. Стойте! А где стражники? Зул пока молчит. Возможно, все в порядке. Не совсем все. Много. Барьер долго не продержится. Убейте их, пока они не пробились. Я нашел их, мой король. Я принесу их шкурой тебе в подарок. Старый волк почуял наш запах. Нужно уходить отсюда. Осторожно!
Нам нужно укрытие! Это мне пригодится. Нужно возвращаться к каналам! Бегом за мной! Лучше подождать здесь. Что на этот раз? Я знала, что Орда жестока, бессердечна и беспощадна в стремлении к победе. Но это безрассудство. Вы все погибнете здесь, оставив лишь безымянные могилы. Она слишком сильна! Бежим! Каменные города могут на удивление хорошо гореть. Ты опасный враг, Зул. Не останавливайтесь! Ну и переполох вы тут устроили. О, ты еще скажи, что не рад нас видеть. Не все просто сразу. Просто счастлив. От всей души. А теперь идем. Вперед! Не испытывай мое терпение. Будьте осторожнее. Похоже, в этот раз великий дипломат Альянса не планирует брать пленных. Она отрезала нам путь! Чего смотрите? Разбивайте лед! Я очищу город от Орды в смертности! Умрите, отродья! Мой лон нас слышит! Резон, дай мне силу! Спешим! Не знаю, кто такой этот Резан, но спасибо ему. Войска Альянса вернулись из Лордерона. Как нам выбраться отсюда? Я обо всем позаботился. Смотрите! Let's go.
подождите. Ага, Лосан, ну ты и хитрый лось. Я хочу 20 таких птиц. Кажется, я знаю, почему. Погибло слишком много невинных. Пора закончить вашу маленькую прогулку. Сдавайтесь, и я верну вас в тюрьму. А затем вы ответите за свои преступления перед судом короля. Мы бы и рады остаться, но нас ждет корабль. Не спеши с выводами. С нами ты, может, и справишься. Но стоит ли тратить на это время? Нет, невозможно. Кажется, тут пригодился бы маг с твоими талантами. Мы еще встретимся! Не завидую я твоим врагам, Зул. Видимо, ты хотел сказать большое спасибо. Все на борт. Отправляемся в Зул-Дазар. Я так не думаю, принцесса. Нам приказано доставить вас к вождю. Это мой корабль. Так что вам придется изменить свои планы. Обсудим это по пути, ваше высочество. Я сделаю все, чтобы защитить мой народ. Пусть черепа врагов Похоже, псы Альянса потеряли наш след. Что ж, славно. Скоро наш путь будет окончен. Надеюсь, вы не подведете моего вождя. Похоже, она и вправду сильна и знает, что делает. Служить ей – большая честь. Принцессе тоже не занимать уверенности. Король давно отметил ее своенравие. О, мудрый Ризан, отзовись. Я прошу тебя о помощи. Говори. Я слушаю. Я заключила сделку с Ордой. Но отец вряд ли меня поддержит. Направь меня, могучий Ло, королей и королев. Я вижу многое. Вижу твою силу и храбрость. Вижу тех, кто тебя боится. И тех, кто желает твоей смерти. Нам нужно укрытие! Вперед, туман! Не получится! Ветра нет! Пробоина в трюме!
Мы дома. Девочка моя, ты скучала? Идем, нам надо навестить моего отца. А с тобой, Зу, мы поговорим позже. Дела не ждут. Говори скорее. Давай быстрее. Займись делом. Да здравствует Зандалар! Мы отомстим за павших. Наконец-то мы можем поговорить наедине. Пора тебе кое-что узнать о моем королевстве. Враги терзают Зандалар изнутри и извне. Вот почему я обратилась к Орде и к тебе, одному из ее величайших героев. Тролли крови осаждают северную границу. Они уводят наших в болото Назмира, откуда нет возврата. А совет Занчули — это просто... сборище бесчестных политиканов и древних стариков. Они убеждают моего отца, что угрозы нет. Принцесса, ты сказала отцу, что хочешь увидеть чужие земли, а сама ведешь переговоры с ордынскими псами? Ты поклялся защищать королевство. Не будешь справляться, я найду тех, кто сделает это за тебя. Ради защиты королевства. А лучше изгнать это существо, Валдун. Орде не место в Зандаларе. Не тебе это решать, генерал. И не тебе. Твоему отцу не нравится, что ты явилась сюда с этими тварями. Он приказал встретить вас. У меня нет на тебя времени. Не расслабляйся. Знай, мой отец несговорчив, но из виду ничего не упускает. Думаю, он уже знает, кто помог мне сбежать из Штормграда. Прояви уважение и слушай его внимательно. Надеюсь, он не сбросит тебя с пирамиды. Ты
Времена меняются. И Зандала... Мой король, Орда пришла сюда только за тем, чтобы украсть наши корабли. Герои Орды спасли меня из Зула и Штормградской тюрьмы. Неужели ты откажешь им в аудиенции? Довольно! Я сам решу, что делать с чужаками. Шакразет прав. Вы хотите получить мой флот, чтобы одолеть Альянс. Но моя дочь тоже права. Вы спасли ее из плена и заслужили мое уважение. Талан же считает, что я не замечаю истинных врагов. Но знай, что я вовсе не слеп. Посмотрим, сможет ли Орда доказать свою ценность для Зандалара. Разместите их в зале Великой Печати. Пока что. Только Зандаларам можно входить в священные залы. Закон гласит. Я здесь закон. Я король, и это мое королевство. Мы будем внимательно следить за тобой. Отныне нарекаю тебя голосом Орды. Ты хищник или жертва? Пусть враги трепещут от одного твоего имени. Что тебе нужно от Зандаларов? Твои союзники могли прибывать сюда, не привлекая внимания Джекразета. Только дай им знак. Идем, я покажу тебе дворец. Говорят, Великая Печать древнее самой империи Зандалари. Мало что сохранилось с тех пор. В королевской сокровищнице отец хранит свои богатства. Твои друзья-ночнорожденные ждут тебя в зале древних путей. Когда освободишься, найди меня. Принцесса Таланджи любезно сообщила нам о старой сети порталов, к которой можно подключиться. Сарду! Ну, здравствуй. Акулет, посмотри, на что годится эта сеть. Нам нужно наладить постоянное сообщение со столицами Орды. Похоже, ты делаешь верные шаги в отношениях с Зандаларами. Удачи тебе. А меня ждут неотложные дела.
Ты хоть знаешь, кто я? Да здравствует Зандалар! Я защищаю тех, кто не в силах защитить себя. Пусть Бон Самди придет. Времени мало, поэтому буду краткой. Я собираюсь отправиться в болото Назмира, чтобы устранить угрозу севера. Чтобы получить флот, тебе нужна поддержка отца здесь, в Зулдазаре. Его советники сговорились против тебя. Кроме того, Джек Розет затевает что-то в пустыне Хвалдуна. Он представляет угрозу не только для моего народа, но и для Орды. Мы не можем быть везде одновременно. Я доверяю выбор стратегии тебе. Изучи карты и реши, за что взяться в первую очередь. Дела не ждут. Говори скорее. Зандалары выстоят.